Друзья, всем привет! Мы находимся сейчас внутри нашего дома, бани из газобетона. Значит, сделали 4 ряда. Пошли уже у нас окна, начиная с 4-го ряда. Вот. Так все это выглядит. Вот. Итак, кто смотрел мои предыдущие видео, должны сказать, где у тебя портал под печку. Вот дело в том, что я в ходе строительства очень долго думал, размышлял и, короче, пришел к выводу, что баня мне не нужна. Не буду я строить баню, вот, а буду строить сауну. Вот, значит, почему я так решил? Во-первых, для бани, для печки нужна труба. Она будет проходить через второй этаж и через крышу. Это дополнительные затраты. Будет посреди комнаты труба на втором этаже торчать. Зачем, подумал я. Вот, и, короче, отказались мы от этого варианта, чтобы построить баню. Значит, вот здесь у нас был портал. Мы его заложили. Это еще один плюс, что никакого портала не надо делать. То есть это экономия по стройматериалам. Вот, по времени. Вот, значит, тут у нас под печку была, ну, подготовлена такая. Кирпичом обложили. Этому все будем заливать. Теперь нам это не надо будет. Вот. И... Значит, чего? Какую печку я буду делать? Я буду ставить сюда электрокаменку, называется, с парогенератором. Это электрическая печь, она, блин, она легкая, не такая тяжелая, как обычно она на дровах. Значит, потребляет она там порядка 8 киловатт. Но ничего, зато дров не надо. Какой плюс у нее? Не будет никакой вассажи. Не надо дров заготавливать. Только одно электричество. Все. Не знаю, кто-то скажет, может, что... Да, у тебя тут, типа, будет сауна, а не баня. Вот, типа, это уже не то. Там, не попариться вениками будет. Но сейчас продаются очень много разных видов электрокаменок. И они идут с парогенератором некоторые. Вот, парогенератор это... Он, короче... У вас добавляют влажности в вашу парилку. Вот, то есть воздух у вас не будет сухой, а будет влажный. Как в бане. Вот. Значит, вот. Почему я так решил сделать. Хотел делать окно в бане, но так как у меня будет сауна, то окна мы тоже не стали делать. Сделаем вентиляционное отверстие вот где-нибудь тут сверху. Еще, я думаю, ряда два положим и сделаем вентиляцию вытяжную. Ну вот. Значит, чего у нас тут? Это у нас армопояс, как делается вот подробно. Канавка делается, укладывается арматура. Вот. Так она вся проходит. Армируем каждый ряд. Вот. Так вот она вот у нас. По всему периметру. Вот. Значит, чего? Вот здесь. Сейчас расскажу вам по окнам немножко. Как видите, везде окна у меня начинаются с третьего ряда. Вот тут, тут, тут с третьего ряда. Почему с третьего? Потому что, вот смотрите, я сейчас подойду. Так, встану. Вот сейчас у меня находится окно, получается, на уровне груди мне. Ну, тут будет еще снизу пол. Вот. Еще где-то 20 сантиметров вверх поднимется. И получается, окна у меня будут на расстоянии 90 сантиметров от пола. Я думаю, этого достаточно. Как в квартирах, вот. Как
обычных наших жилых домах. Примерно так же будет высота. А здесь, в моечной, вот, в этом отделении, я сделаю окно, начиная с 4-го ряда, потому что, чтобы люди, мало ли кто проходит, там дачники, вот у нас тут огороды все, вот, чтобы не видели вас через это окно, как вы моетесь там, вот. Ну, то есть, 4-е окно, 4-й ряд будет, я думаю, оптимальным для отверстия для окна. Ну вот, в принципе, на этом все, наверное. Все, что я вам хотел рассказать. Заранее думайте, что вам именно надо, чтобы не было таких, как бы, переделок, как у меня. Вот, ну, в принципе, ничего тут страшного нету. Ничего и не переделали, просто заложили все. Вот, так что давайте думайте, как у вас все будет это. Не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вот. Ну и все, до скорых встреч, пока.